Мои, посмотрите по новостям, что показывают, что было ночью в Мерсине. Я хочу показывать не только все хорошее, как говорится, я показываю правду, что творится и плохое, и хорошее. Да, у нас вчера был сильный дождь, и посмотрите, как затопило в некоторых районах Мерсина. И попозже я вам покажу, что творится на улице. В нашем районе вообще ничего не пострадало. Ну, а в таких, наверное, старых есть проблемы. А это дорога, посмотрите, Мерсин-Анталия. А это, посмотрите, район Мезитли. Diğer tarafına görürüz o dereyi. O deredeki taşkın fazla olduğu zaman bu bölgede sahile kadar uzanan bir tabii ki su. Ну я покажу сейчас вокруг моего дома какая обстановка. Это мэр Мерсина. Я вышла на балкон и посмотрите, сами речка наполнилась наша. Здесь у нас не видно наводнения. Видите? Двор в отличном состоянии. Сейчас я вам покажу улицу. И сейчас я выйду на другой балкон. Ну, речка наполнилась. Все идет. В горах выпал снег. Сейчас мы смотрели. У нас вот дождик. А это вид с моего окна, с другого балкона, с другой стороны. Я не вышла на балкон, я нахожусь в комнате, потому что ветер и нет желания выйти, когда можно показать отсюда. Но я вам что хочу показать? Парк, посмотрите, чуть-чуть затопило у нас парк. Улицы, посмотрите сами, какие улицы в районе Мезитли. Я вот вам показала там где-то наводнение, но видно, вся вода ушла уже. Я не знаю, вот у нас такой, я вторую зиму уже зимую в Мерсине. И проблему в моем районе, вот именно, я никогда не видела. Только вот мне иногда пугало, вот что наполнялась вот эта речка. Посмотрите, естественно, это все идет в море. Видите, это все идет в море, вода с таким напором бурлит, все. Конечно, море увеличилось в размере и наводнило набережную. Это было и в том году, но все это быстренько привели в порядок, все почистили. Ничего страшного нету здесь, мои хорошие, не пугайтесь. Везде, во всех странах, в любом городе природа преподает нам такие сюрпризы. Так что не переживайтесь, у нас все хорошо в Мерсине, свет есть, жизнь кипит, ничего не остановилось. Так что вот такие дела. Вот такая зима в Мерсине. Прошло 2 часа, и посмотрите, у нас появилось солнышко, небо прояснилось. Видите, какое красивое небо. Мне кажется, что скоро все наладится с погодой, ну хотя прогнозы прогнозируют еще осадки. Ну, речка, как говорится, наполняется и все идет на море. Ну, может быть, еще, конечно, наводнение это вблизи набережной, на набережной. Я с удовольствием бы хотела показать вам, что творится там, но не могу выйти из дома и нет желания. Так что будем надеяться, друзья, что все закончится хорошо. Хотя я слышала, что 4 погибших есть по всему Мерсину. И это не только Мерсине, и за Мерсином. В Эрдемле 2 и 2 Мерсина. То есть утонули люди. Но это было все произошло ночью. Ночью был очень сильный дождь. С Божьей помощью все будет хорошо. Ну а сейчас около 8 часов вечера. Я хотела показать вам, вышла с окна нашей средней комнаты. И да, дождь опять начался, пока не такой большой. Не видно, к сожалению,
ну, а, вот, показала вам, немножко, не так уж много воды не прибавилось в речке. Мои хорошие, вот, посмотрите, улицы в таком же состоянии. Если вы увидите, не видно ничего. Ну, я не вижу, чтобы они были наводнены. Да, показывали по телевизору, что там возле набережной все улицы затоплены, и машины затопило, и земли полно. Но у нас, видите, как чистенько все, вы видите? Ни земли, ничего нет. И вот этот район мы Ины Махали, новый район по, на русском переводится, такой самый-самый, мне кажется, один из лучших. Не могу сказать самый, но я здесь живу, я уже вторую зиму здесь зимую. И наводнения были, но мне кажется, это самый такой крутой район посередине. Не возле набережной, а вот посередине лучше всего покупать квартиру.